Добрый день, дорогие подписчики Игромании, с вами Лестер, и мы продолжаем играть в игру Mirror's Edge. И, собственно, у нас с вами вторая часть, и нужно нам с вами отправляться к чувачку, который является охранником якобы главного злодея, который подставил нашу сестру, убил там, возможно, будущего мэра и вообще сделал город черным, порочным и говнистым. Поэтому что ж, давайте отправляться к этому охраннику, а вот что этот мудачил что расскажет, что покажет. Ну, Фейт, я знаю, ты можешь достать. Ладно. Не можешь? Не можешь. Хорошо. Тогда бежим. А вот так вот, как умею. Смотрите-ка. И... все, наскочили. Так, теперь смотрите, вниз. Нам нужно будет, по-моему, спускаться вот здесь. А вот хер там. А, все, вспомнил. Нужно перепрыгивать вот на этот постамент. Черт, не успел оттолкнуться. И здравствуй, земля! Да, умер бывает. Друзья, ну подумаешь, умер, с кем не бывает. Все умрем. Все, вот теперь... а, получилось. Нам нужно шляпать вперед. Вот сейчас мы с вами отталкиваемся на вот эту хернюшечку. И все. И мы в нужной позиции, там, где и должны быть. Так. Сбегаемся. Плохо. Так, смотрите, теперь у нас вот здесь поперек прямо нас. Ай-яй-яй-яй-яй. Прям поперек нас. Видите, перепрыгнул вот эту балку. Вот так вот. И наверх теперь. Все. Ну что ж ты не допрыгнул-то, окаянная? Нравится с землей, что ли, целоваться? Как нас не близко подкинул-то. Хоть зацепился, на том спасибо. Так, давай тогда пойдем не спеша. Мне, кстати, знаете, нравятся у него кроссовки охеренные. Просто вот, вот серьезно. Все, давай. Умничка, Фейт. Хотя бы тут сейчас с землей не поцеловались. Немножко письку продули, а вот этими парами из шахты. И давай. Заскакиваем. Вот в ту дверь нам с вами надо. Давай-ка. Раз в ту дверь, ну! Все, получилось. Так, теперь. Вот, все, прошляпаем вперед. А, слушайте, я чуть даже не заметил, как мы начали проваливаться, но я сам виноват, тут вниз просто не посмотрел. Уж простите, пожалуйста, друзьяшки мои родимые. Давай-ка. Все. Что нравится, друзья, тут, блин, уровни не короткие вот в этой игре, за что я ее и люблю тоже. Потому что, знаете как, можно прям разбегаться, прочувствовать, что к чему и, ну и так далее, короче. То есть, действительно, не заканчивать все... там за 5 минут уровень. Только первая миссия, по-моему, мы ее с вами одолели где-то за 3 минуты. И все. И дальше уже приступили сразу к следующей. Давайте, здрасте. Здрасте, здесь никого нету. А я вот. Вот так вот вам. А, херос. Херос 2. Сейчас выбираемся. Я хоть тут тоже знаю. В этом. Уровень у меня затуп случится. Вот сейчас вот попомните мое слово, где потом уже убегать от охранников в офисе. Надо будет, когда вот спрыгну со стола пистолет. Вот, вот тут, когда сейчас пистолет возьму и там убегать, надо будет наверх выбраться. Вот попомните мое слово, не раз сдохну. Вот серьезно. Сейчас я чертил поговорит там. Сейчас прям, чувак, закончится. Тоже мне развыдумывал охранник херф. Боксер и армрестлер. Седой уже какой, смотрите. Окей. Своих дружков. Ясно.
Короче, надо было прям сразу в открытую спрыгивать, пока он тут трещит. И валить его. Тем более пушка есть. Сразу к пистолету скинуться и все. Ну все, видите, чертильник ушел и явно не услышал вот этого шума. Шахту, вернее, крышки упавшей, люка. Давай, хватаем пистолет. Так значит, Роупер что-то знал, а? Интересно, с кем это он встречается. Слушай, сбрасывай копов в класса и возвращайся на базу. Придумаем, как бы тебе устроить встречу. Внимание, засек копов, движется к тебе. Ай-яй-яй-яй-яй, копы. Убирайся, быстро. Вот, блин, чё, говёна? Так. Ладно, нечаянно замедлялку включил. Не надо было этого делать, но... Ничего страшного уж. Разочек-то. Обратите внимание, как классно стены вот эти красные раскрасили. То есть, собственно, это... Нам, в принципе, сюда с вами... А, так-то... Как раз, собственно, показывает то, что именно по этим стенам и надо карабкаться. Так. Все, забегаем. И теперь нам с вами надо наверх подниматься. Смотрите, суки какие. Уже посмотрели. Вот смотрите, вот сейчас, друзья, гарантирую, где-то у меня здесь случится затух, потому что я вот... Ну, а всегда не помню, куда бежать. Давай. Ну уже, давай, хватайся. Копы не дремлят. Так... Теперь куда-то вот сюда, смотрите. Ну-ка, давай-ка. Нет, друзья. Затупа не случилось. То есть я прошел этот момент с первого раза. Охереть, поздравьте меня. Сегодня, походу, озарение какое-то на меня зашло. Снизошло. Так, все. Блин, ну, знаете, вот, друзья, озарение зашло. Надо было бежать, а не стоять и ждать. Когда, собственно, выломаю дверь. Зато одного чертильника прибил по приколу. Давай, Фейт, в темпе. Теперь пистолета-то нет, он остался. Теперь он зареспаунился на столике. У этого черта, давай. Черт, вашу мать! Да что ж вы... До свидания, монсеньор! Спрыгивай быстрее! Охереть, все, свалили от этих чертов. Но сейчас новый выбегут, это однозначно. Давай. Фейтяка. Вот сюда, заваливаемся внутрь. Рвем, теперь рвем и мечем. Давай. Все, вызывай. Ага. Ну, открывайся до конца. Сейчас будем вот таким образом, друзья, теперь с вами спускаться. Черт, упустил ее. Так, упустил меня. Ну и хорошо. О, мышка, смотрите, бегает. Это, по-моему, одна и та же крыса везде меня преследует. Я, возможно, ее чем-то обидел. И... Она меня ждет, когда я лягу спать, и загрызет меня херам собачьим. Так. Поехали. Прыгаем. А, немножко оставили зубов на данной херне. Давай. Так, и, конечно, все потрясающе, но... А, вот сюда мне, походу, надо. Ой. Аж страшно стало. Давай, прыгаем. Спрыгиваем и рвем и мечем. Давай. Корректировать мой маршрут, он будет чертильник. Я вон уже скорректировал себе весь маршрут. Накорректировался, ноги на земле оставил. Отдельно от туловища. Все, разбегайся. Все, валим. Слушайте, прям постреливают рядом со мной. Все, валим. Вот теперь сюда бежим. Так. Допрыгнем-ка.
Отлично, ухватились. Рвем наверх. Все хорошо. Разбегайся, разбегайся. Пошли, апали. Все, ну немножко, друзья, совсем еще остался. Сейчас никаких форс-мажоров таких вот не случится, я таких. Драки не сбежать, ну ладно. Охереть их сколько. Так, все хорошо. Надо отсидеться. Все, нормально. Вот теперь, друзья, пора с ними подраться. Откуда? Все, слушайте, у чертов броня какая отличная. А где, все что ли? Двоих только спустили. А уж я испугался, что веселье на этом закончилось. Где еще? Нету? Всего лишь три солдата на одну маленькую хрупкую девочку? Ну ладно, им виднее. Давай, взбирайся наверх, Фейт. Угу. Почапали. Так. Проехались. И давай теперь внутрь вон камер даже. Привет, суки! Давай, все. Слушай, я сколько на лифтах поеду. Я за всю жизнь только на лифтах не ездил, как в этой игре. Давай. Telltale, Chef Marks on the closes, unexplained scrapes, bruises on broken bones, unreliable and experience absence from work or school, когда from Pirate Daily City. Хорошо. Давай, открывайся. Нихера не понял, что там прочитал, но это, знаете, как заставка из Звездных войн, можно и не слушать. Так. Слушайте, нам... все, вспомнил я сейчас, что будет. Это будет весело. Ну, немножко... Весело будет, но немножко попозже, друзья. Сейчас тут увидите. Давай. Рвем и мечем. Все, как раз... Я, знаете, люблю, когда вот Фейт набирает разбег и уже не останавливается. Бежит быстро и быстро. Так. Ну, сейчас, понятное дело, этого было не избежать. То, что говнисто оттолкнулся. Ну, сейчас постараюсь, да. Вот сейчас, блин, вот эти моменты не люблю, когда вот в строительных лесах ныкаться надо будет прыгать. Там чуваки с дробовиками будут. Давай, давай. Сейчас вот так вот еще будем прямо от пуль бегать в строительных лесах. Давай, спускайся вниз. Но, опять же говорю, не шибко вот эти вот, вот этот вот момент люблю. Ну куда деваться? Надо проходить. Смотрите, как любезно балочку протянули. Обратите внимание, каким образом вообще эту балку вот так вот установили здесь. Так. Хорошо, давай наверх теперь. Прям с пулемета, сука, пострелить. Вот мне бы сейчас урвать какую-нибудь пушку. Давай вниз. Блин, а вот теперь я забыл, куда. Стой, братан, погоди, пока не стреляй. Сейчас вспомню, куда бежать, и там потом... А, все. Фейт, разбегайся. Ай-яй-яй, но она уже даже не схватилась ни за что. А слишком сильно постреляли по ней. Ладно. Вот опять же говорю, не люблю вот эти моменты здесь. Вот это вот отрезки. Есть, знаете, на каждом уровне есть такие вот нелюбимые моменты, которые думаешь, ну, сука, пробежать бы поскорей. И вот на этом уровне именно этот вот по лесам делать скачку, скакать. Давай. Да что ж ты не хватаешь-то ни за что. Пролетаешь просто так. Охереть, ладно. А самый вот, друзья, самый-самый нелюбимая херня у меня в этой игре. Это где долго-долго вы будете спасать сестру. Потом. И нужно будет лезть за снайперской винтовкой просто херову тучу времени. И херово знает сколько долго. Я думаю, кто проходили, знают этот момент. И там просто реально минут... 20 можно. Дробовик! Вот сука. Такой жадный, не мог дробовик сбросить мне в подарок. Вот, там можно по этой херне лезть очень долго. Так, я так полагаю, нам туда, да?
Вот по той башенке за снайперской винтовкой это охереть как долго и неинтересно и невнятно. Давай. Умничка. Фейт какая накачанная, сколько подтягивается, прыгает. Ей только полденщицы надо идти, стриптизерши, чтобы, знаете, ногами размахивать. Это будет охеренно. Давай. Ой-ой-ой. Давай-давай-давай, поднимаемся. Все, и шляпаем теперь. Давайте сейчас... Вот сейчас будет круто, друзья. Если я без особых... Так. Кто еще у нас тут? Отличный, супер меткий парень, который в упор не попал. Так. Все. Давайте наверх. Все. И вот сейчас, друзья, будет круто. Выглядите. Так. Тормознулся слегка. Ну ничего, давайте замедляем время даже. Давай. И вот теперь... Охереть, по кранам, да, пробежали? Ты только что сделала то, о чем я подумал? Да! Бери девочки, я даже пронял пиво на клавиатуру. Слушай, да, да, да. Дай кое-что мне. Мне надо с ним снова встретиться. Видали, как устроили? Даже прям по кранам попрыгали. Вот это вот действительно было круто. То есть, как вот так вот разбежались. Ну, тут я немножко еще замазал момент, то, что не туда полоснул слегка. Но видали, как по кранам попрыгали? Побегайте вот так вот по кранам. Доставочку опять же пропустили. И сейчас, по-моему, мы с вами как раз отправимся этого... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Слезь, слезь, слезь! Не сразу я сообразил, что тут высокое напряжение. Давайте. В обходняк побежим. Все. Эх, я надеюсь, сейчас хватит. Рядом... чуть-чуть не дотянули. Ладно, ничего страшного, сейчас с вами перебежим. Тут, собственно, друзья, что вы хотели? Mirror's Edge — это та игра, где падений и всяких вот таких срывов очень много. Есть, наверное, конечно, какие-нибудь задроты, которые просто прям игру проходят капец как. Ни разу там не врезавшись, не сорвавшись и ничего не запоро... Блин. Уткнулся в подоконник. Весело. Давай. Дальше. И вот сейчас, друзья, давайте прям встанем напротив этой херни. Вот так вот. Все. Ухватились. И ползем наверх, ползем наверх. Давай-ка. Вырубаем это высокое напряжение. И спокойненько... Да, все, главный рубильник, не влезай, убьет. Но теперь уже нет. Так, сейчас, по-моему... Секунду. Вот сюда нужно. Хоп, хей, ла-ла-лей. Давай-ка, ага. И прямо по разбеганию. Опа. И наверх. Вот там вот как раз сейчас вот вертолет стоит, я думаю, вам видно. Вот там этот чертильник и будет. И... Отлично-то как. Слушайте, прям... Ну, хорошо, хоть так. Что-то прям серия без падений у нас с вами сейчас. Ну, не в смысле сам ролик серия, а вот сейчас идет серия без падений, успешных движений. То есть мы вперед проходим, не срываемся, ничего. Аж прям странно что-то. А, и нахера я сюда поднял? А, тут же сумочку кто-то затарил. И где она тут? Сумка бегущего. Знаете что, друзья? Да и хер с ней, с этой сумкой.
Опа. Где-то там есть, я даже просто сейчас, друзья, искать не хочу, просто побегу вперед. Тут настоящий лабиринт, к тому же безлюдный, не случайно Роберн выбрал его. Угу. Но если им понадобилась птичка, думаю, встреча будет где-то на крыше, тебе надо найти путь наверх. А вот в этом уровне у меня здесь нелюбимый момент. То есть, потому что придется, знаете, как-то сейчас тоже долго мудохаться, искать, куда бы пролезть, по-моему. Сейчас разберемся. А может быть, с первого раза получится. Ну-ка, давай-ка вниз. А, там, по-моему, сейчас у нас с вами все равно тупик, поэтому будем спрыгивать вниз. Еще не перелезла? Нет, еще чувак не перелез. Я... Это значит нет. Да-да-да, молодец. Вот как-то там наверх надо взобраться. Сейчас главное вспомнить, как. Тут, по-моему, где-то разбегаешься и отталкиваешься. Вот так, по-моему, надо делать. Да, все, пошла движуха. Ай-яй-яй, немножко... пробел зря не нажал. Ничего, друзья, сейчас нормально все будет. Все, заскочили. Так. Все, и наверх. Все, пошляпали, друзья, вот и отлично. Сейчас поднимемся наверх. Все, держись, Фейт. Ну, слушайте, друзья, прям неплохо. То есть я сейчас с собой доволен, потому что, опять же, момент прошел, поверьте мне, быстро. Мы с вами могли бы сейчас еще там минут 5 мудохаться искать выход. Ну, я бы искал. Все, давай, забирайся, девочка. И нам сейчас с вами, по-моему, вот туда надо... Погодите-ка. Нет, не туда надо. Надо вот сюда пролезть вроде. Стоп, или я отсюда пришел. Вот все, начал... Нет. В общем, забраться... Да, все вспомнил. Забраться наверх и вырубить люк. Вот этот вот. Вернее, не люк, а пар... С помощью вот этого вентиля. И потом уже спокойненько наверх шляпаем. Вот эти трубы, которые они у стены. Они только в заблуждение нас вводят. Они нахер не нужны. Все. Полезли наверх. Все. Вот сейчас он, видите, там разговаривает. Вот гад. С этим напарником, типа нашей сестре. Что копам нельзя доверять. Ага. Как он с Роуберном заодно. Спорю, он участвует в этом икаре. Посмотрим, что мне расскажет о Попе и Кейт. Так, особенно сейчас, друзья, надо будет нам с вами допросить вот этого черта, качка. Потому что есть какой-то проект Икар. И я, в принципе, знаю, что это за проект. Но, тем не менее, якобы это тут какая-то важная мокруха и так далее. Опа! Нас, видите, поджидали. Никто не смеет мне угрожать. Я смею угрожать тебе. Видали, как херануло? Угу. Зацените сейчас как. Ну вставать что ли, Фейт? О. На тебя, сука, вниз. На тебя по яичкам, а? Уже не такой брутальный. Лучше начинай говорить. Ага. Вспотели твои ладони. Ты подставил Кейт Коннорс, так? Чёртова тварь. Нужен был именно коп, да? Ты ни хрена не услышишь. Кто пришел по опыту? Нет, я нанял одного. Кто? Профессионала. Какого профессионала? Я встречаюсь с ними завтра в 2 дня. Атриум галереи в центре. Ты сразу их узнаешь. И что за дела с Миллером? А ты любишь совать нос куда не следует? Вытащи меня. Осторожно, Пейт. Только учуди что-нибудь, мигом сброшу. Понял, понял. Смотрите. Вот так вот. Видали, как чувак-то умер сразу. Они шлепнули Роуберна. Какого? Конец вечеринки, копы на подходе. Фейт, сваливай оттуда. Все, видали, чертильник-то вообще насмерть уже разбился.
И нам с вами пора текать отсюда. Видите, подставили нас. Ну, не подставили, а просто черта убили. Могли, кстати, нас убить, но не стали. Вижу ее. Ё-моё. Давай, давай, быстрей. Так, хорошо. Ну, где вы? Так. Сейчас я вам покажу. Слушайте, чертильники. Поднимайтесь ко мне, ну же, чё вы? Слышь? О, как. Где еще? А, вон, вижу. Так, друзья, имеем в виду, что если что, у меня еще есть пушка, вон, которая рядом валяется. Так. Здрасте. Как дела у вас, товарищ полицейский? Нате, сука. Быстрее всего уйти через шахту лифта. А вообще это единственный путь. В любом случае, тебе надо запустить лифт. Че, поехали? Ух ты. Все, ну как вам? Касценка-то покруче, чем в Call of Duty даже. Это уж я так преувеличиваю, но тем не менее. Так. Ой, друзья, это, по-моему, то, о чем я думаю. Я сейчас в метро окажусь. Я стою. Ну все, чертильник вообще исчез. Ой, друзья, да, по-моему, сейчас будем по поездам прыгать. Вот это тоже, кстати, весело. Ну-ка. Все, зацепились, отлично. Сигнал устойчив, судя по всему, копы отстали пока что. Похоже, перекрыли станцию Райдин Парк, затеяли там какой-то ремонт. Ну, блин, ну, чувак, не надо было ремонт делать, они знали, что я пробегать буду. Могли бы сделать, как будто словно президент не приезжать, то есть оцепить все и сделать свободным. Погоди, уходить. Выбраться бы. Да ладно, я тут пролезть не могу. Ну, Фейт какая-то ластушка. Сейчас, так, все, начинает. Видите, опускать, сука, не успеешь. Давай, быстрее, 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 быстрее. Ой. Аж переживаю как. Аж кашлять начал. Давай. Текаем. Нет, тут не на поездах будем не по поездам прыгать. Сейчас просто будем. На тебя, сука. Что за говно, друзья? Я же эту подбил. Так. Ладно. Чертильник. Все. Че еще у нас тут? Смотрите, два черта. Я сейчас их всех расстреляю. Так, ладно. Берем у этого автомат. Давай. Они, конечно, охереть метко стреляют, друзья. Давай, где ты тут? Единственный черт. Дружбанчик. Все. Должен быть подъездной путь. Через него можно выбраться. Да, вон там. Сейчас, друзья, поезд проедет здесь. Хотя не будем ждать, беги! Охереть, все, отлично. Нечего бежать. А, вернее, ждать. Надо бежать. Давай-ка. Все, вперед прорываемся. Так. Все, слушайте, ну прям просто везде пролезли. Так-с.
Все, перекатились в перила прям. Ничего страшного, давай, Фейт. Будь дерзкой. Так, тут закрыто, я так полагаю. Вообще надо наверх. А, все, вспомнил. Тут сейчас, короче, как-то в офис, по-моему, пролезть. Надо будет открыть вот эту дверь и вернуться. Нет, 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 нет. А, все, вспомнил, как надо делать. Да что ж, дуришка-то? Надо было не вставать на эту балку, а хвататься за нее руками. Так, все, шляпаем. Давай, где тут? Все, дверь теперь вот эта открылась у нас, друзья, мы с вами благополучно сваливаем. Да, блин, сука, вот теперь по поездам надо будет прыгать, я вот это помню. Подожди, не стой столбом. Сейчас поезд проедет. А то такая вот махина собьет, блин. Каким бы жирным не был, мало не покажется. Давай. Беги, сука. Ну все, до свидания. И тут еще и ментов привил, и меня. Вообще всех увесело. Друзья, вот теперь бежим быстрее. Беги! Фейт. Дышишь, что прям, ну, правильно, из дробовика дробью. А вот и она, вот и ты. Ой-ой-ой-ой, поезд как засвистел-то, охереть. Давай-ка. Да, смотри, тут нехер останавливаться. Нужно вперед бежать. А вот и я, да. А-а-а! Чуваки, чуть не задавило. Все, побежали. А то эти менты тоже еще сейчас с дробовиками. Нахер они не упали. Давай. Все. Вот так вот мы действуем. Все. А сейчас вы, если думаете то, что великолепное путешествие в метро закончилось, вы ошибаетесь. Хер там. Вот тут надо как-то пролезть. Я уже забыл как. Сейчас вспомним. Я откуда пришел-то вообще уж? Эй, замуровали демоны. А, вот все. Так, вентилятор нам с вами надо. Сначала надо выключить эту херню. Она выключается там, а надо пробежать поверху. Давай. Так, не успел оттолкнуться, ничего страшного. А вообще вот так вот сделаем. Опа. Все, выскочили. И теперь главное допрыгнуть. Сейчас посмотрим, балка где-то здесь есть или нет. Нету, но мы с вами и так доскачем. Все. Вырубай. Да я уже отключил, братан. Так, и быстрее вот надо чапать, потому что там же потом ее включат, по-моему, эти вентиляторы. И прикинь, сейчас вот так у тебя вентилятором резануть. Да, сейчас, подожди. Попробуем поезда. Давай, 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 давай. Вот так вот. Все, приземлились. Все, чуваки, сейчас теперь на поездах, вот о чем я и говорил. Не шибко сейчас весело будет, но главное сейф набрать. Вернее, до контрольной точки дойти, чтобы проблем не было. Давай. Так, и... А, не допрыгнул слегка. Черт, что она не бежит-то вперед? Ну, друзья, это не дело. Я сейчас вперед жму, она сразу не побежала. Давай, давай, давай. Давай, поезд есть. Все, перекатились. Отлично. Едем.
Едем в дальний путь на электричке. Вот так, друзья, все бомжи, я считаю, должны путешествовать, чтобы не платить за билет. Спрыгнул наверх и поехал. А, кстати, друзья, знаете, если не изменять память, по-моему, не надо перепрыгивать на другой поезд. Подождите-ка. Там потому что с один поезд начнет резко тормозить, и потом на него надо будет спрыгивать. Сейчас, погодите. Я вот, вот сейчас надо просто... Сейчас, друзья, если что, завалюсь, это чисто проверочка сейчас. Вот, то есть посмотреть, надо перепрыгивать на поезда другие или нет. Потому что, по-моему, нет. Так. Давай. Все, вроде приезжаем. Тут я не понимаю, как это фейт. Такая маленькая головушка, что... Угу. Все-таки надо на поезд, по-моему, перепрыгивать, получается. А, не перепрыгнул она сразу! Эй, а что случилось? А, все, успокоилась. Молодец. То есть, по-моему, получается, тогда надо на другой поезд перепрыгивать, который тормозит, и там и оставаться, собственно, на этом поезде. Но опять же говорю, это была сейчас, друзья, чисто проверка, потому что я помню, что один поезд начинает тормозить, но вот какой, не помню, и вот на каком из них следует оставаться. Как раз, опять же, по-моему, на тот, который начинает тормозить. Так. Чертень говорит, что не может подсказать мне дорогу. Так, все, перескочили. Вот, по-моему, на этой поезде надо оставаться. Того, смотрите, все препятствия какие идут. Одни эти знаки. Так, приседаем. Приседаем. Теперь подпрыгиваем. Вполне неплохо. И вот сейчас он тормозить начнет. И вот на нем мы вроде должны остаться с вами. Да, все, тормозит. Да, все. Видите, слегка меня шмякнуло об туннельчик, но ничего страшного. А вот сейчас, друзья, знаете, тут такая веселуха будет. Сейчас поезд вон еще встречный едет. Смотрите. Да заходи ты внутрь! Нихер. Я сейчас, друзья, вообще не понял, что случилось. У меня фейт отказался внутрь забегать. Вот серьезно. Давай. Все, отлично. Ну-ка. Видите, аж врезались поезда. Ну, молодцы. Чё, копы? Ради меня поезда так остановили. Мне, конечно, это льстит. Здрасте. Сосочка на помощь пришла. Хорошо. Сейчас, по-моему, с ней еще кофе будем сидеть пить. Но это не надо нам с вами. К чему ты клонишь? Убийца. Угу. Молодец, убийца. Галерея Нью-Эдем должна быть впереди. Только будь осторожным. Мэр Галлаган проводит встречу с избирателями в нескольких кварталах оттуда, и все дороги будут перекрыты полицией. Ну, то, что все дороги будут перекрыты полицией, это мне только на руку. Я надеюсь. Ну, понятное дело, ментов будет много, но... Хотя бы уж как-нибудь будет попроще в том плане, что хотя бы жителей местных не будет. Так, все, давайте вот теперь на эту трубу. Давайте, знаете как... Попробуем играть предельно осторожно, чтобы не сдохнуть. Не умирать. Мне не нравится, сколько я раз погибаю. Достаточно много, если честно. Можно и поменьше копытиться. Я, конечно, тут могу, типа, пошутить, типа, Фейт у нас кошка, у нее 9 жизней и так далее, но, тем не менее, друзья, тоже не хочется постоянно разбиваться. Железнодорожный пути, низкий потолок. Хорошо. Давайте на вот сюда вроде. Да, тут, короче, сейчас помню, ментов просто дохерища. Куда они меня сейчас увидят все. Жадно, конечно же. Давай. Слушай, просто стреляют, охереть как. И никто не попадает. Так. Спрыгни, дурище. Так. Сейчас нас поезда запалят. Я отвернусь, хорошо, давай. Нихера еще пострелю. Все, и вот теперь, друзья, сейчас на крыше. Ухожу. Наверняка там сумка какая-нибудь бегущего. Всесведущего. Все, валим. Давай, брателка. Телочка какая. Сейчас
Сейчас, слушайте, кто-то вроде как менты как будут какие-то где-то рядом. Давай. Поехали, на крышу, наверх. Молодец. Рапоса. Ух, тачка какая классная, без фар, правда. А, ну ладно. Закаров, я дрю. Тачка твоей мечты. Давайте в лифту лучше так покувыркаемся, типа, блин. Как долго едет? Ну, посым немножко. А, она приседает. А, все, присели. Все, хорошо. Так. Чапать нам туда. Ну, давайте поверху потихонечку начнем подниматься наверх. Надеяться, что у нас получится с вами пробраться. Давай-ка. Вот так вот. Хорошо, хоть тут, я так полагаю, нет высокого напряжения. И на том спасибо, чтобы не бегать, всякие генераторы не вырубать. Все, краешками прям ботинок, я уверен, зацепились, иначе бы полетели вниз. Давай. О, смотрите, птичек шугнули, но что поделать. Давай, хватайся. Ну что ж, они все лезут и лезут, копы. Не могут успокоиться, что ли? Знаешь, что сейчас я все равно им по мордасам надаю. Давай. Ой, да ладно, ты не можешь залезть наверх? Там он, смотри, уже за тобой прям. Вперед куют всякие. Черты. Все, хорошо. Вот ведь, сука, вижу копы стоят. Ну ладно, сейчас с вами. Не хотите по-хорошему, будем по-плохому. Аккуратненько спущусь. Все, поехали. Нихера себе, как по жесткачу устроил мне веселуху. Филимон такой. Так, ладно. Еще взяли моду постреливать по мне. Давай. Ведь попадают, мрази. Поднимай и, главное, не умри, Фейт, сейчас. Отлично. Все, смотрите, раздобыли автомат. Где вы? Суки. А тебя, мазафакер. Кто еще? Но. Че, вас двое? Все, хорошо. Тоже мне еще. Ушлепки. Подраться со мной захотели. Говнюки. Так. Теперь. Давай. Все, отлично, зацепилось. И... Отлично. Ты молодец, галерея всего пари кварталов от тебя. Эй! А, все, я уже испугался, сейчас вниз упаду. Разобьюсь, а тут, оказывается, вон как. А, какова система. Давай-ка. Сейчас заберемся наверх. Ага. Выход. Блин, не успела она перекатить. Shift все-таки я зажал, но... А, полетела она вниз. И стукнула. Смотрите, отражения какие прикольные. Все, наверхотуру давай. Город какой прям, даже в стекле. Прикольно смотрится. Так, теперь нам надо с вами туда. Да, рядом, чувак. Сейчас почти добралась. А вот тут она перекатилась неплохо. Ой, вот этот момент тоже помню тут. Я когда первый раз, по-моему, проходил, я задолбался не попадать. Вот так. Бывало. Ничего страшного. Угу. Сейчас, друзья, предупреждаю сразу, мы погибать будем долго. Немного, потому что вот этот вот момент я просто ненавижу тоже в игре.
Обратите внимание, у меня моменты в игре делятся на те, которые я люблю и которые не люблю. Давай. Все. Ну все, я вспомнил просто, как надо пробегать правильно. И все нормально стало. Давай-ка. Сейчас на крышу выберемся, а там уже осмотримся и оглядимся, и будет покруче уже обзорчик. Ну-ка. Ну, собственно, вот, короче, нам надо сюда. И, короче, уже друзья у нас прибежали. Ну все, забили. Нет, тогда с ним связываться не будем. Проще тогда сразу пробежим и подеремся потом уже с теми, кого можно будет без проблем завалить. Ну-ка, давай-ка, родненькая Фейт. Так. Не достал. Не достал чуть-чуть до вот того пересечения. Давай, забираемся наверх. Заскакивай. Ну уже, тебя в жопу сейчас уже стреляют. Все. Ну спасибо, впервые в жизни тут в этой, наверное, игре могу заходить и не боясь получить пулю, потому что задолбали уже по мне стрелять, мне мою... О! Видали? Чертильник бежит. С тем чертильником мы еще с вами встретимся. Так, сумка тут где-то валяется бегущая, но не буду подбирать ее. Так. Перекатываемся. Все. Ну, видели, да, там сучечка бежала. Такая вот необязательная фишечка. То есть вы можете ее увидеть, эту чертовку, которая там бегает, а можете и не увидеть. New Eden Mel. Grand. Окей, Lang. Right, bright. Right, bright, мазафака. Давайте вот так сбоку встанем, а то сейчас может стрелять. Кто начнет, смотрите, как тень у нас прикольная. Вот одной руки нету. А сейчас есть, хорошо. Смотрите, опять эта крыска бегает. Одна и та же крыса везде с нами носится. Так. Давай, шляпаем. Тут как разбежалась. Чертильня. Ну-ка, погоди. Так, давай-давай, ползи. Вот так вот. Что ж, тут еще у нас сумка где-то есть наверху. Ну и ладно, в принципе, подождите, может... Хер с ним, не хочу я за сумкой никакой гоняться, опять же, тут от бегущего другого. Мы с вами нету цель преследования, мы с вами хотим игру пройти. Так, давайте, рвем и мечем. Вот он. Ну, вот он, Атриум, прямо перед тобой. Как раз чувак, который убил этого чертильника, из-за которого поставили мою сестру, сука. Ух ты. Ну, друзья, тут вообще без вариантов было сейчас. Да, сейчас только в лифт. Езжай. Езжай. Все, погнали наверх. Охереть. Интересно, далеко меня лифт привезет? Все, спасибо, я ухожу. Больше вы обо мне не вспомните. До свидания. Да я постараюсь. Он, смотрите, черты постреливают так. Давай, 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 побежала. Эх, вот тут тоже у меня друзья затупы. А раньше были всегда в этом моменте. Ну же, хватайся, хватайся. Все, беги.
Сейчас постараемся. Под крышей галереи должны быть опорные конструкции и технические площадки. Выход... Чё-то, друзья, и этот момент я без затупов особых пробежал. Слушайте, возможно, реально руки придрочились играть-то со временем в Mirror's Edge. Давай, беги. Какая молодчинка. У нас с вами Фейт. Так. Роберт, но он меня не подставил. Тут реально же чертовка прибежала, которая убила нашу... Ой. Убила черта и подставила нашу сестру. Чертовка убила черта. Все логично. Так, давайте шляпаем вперед. Давайте вырубаем. Опять эта крыса со мной бегает. Аварийное отключение питания. Сейчас, смотрите, он остановится, мы вниз. Да как ты умерла? Он еле крутился. Да ладно тебе. Так, ну-ка, давайте сейчас уже все по-серьезному. Блин, офигеть. Сдохнуть от того, что вентилятор крутился. Давай. Аккуратненько. Все. Останавливайся. До конца-то уж. Как бы сейчас меня слегка... Как бы меня ноготь не поцарапало сейчас, а то... Наконец-то. Теперь куда нам? Сюда, я полагаю. Нет, не сюда. Здесь мудачи ее ходят. Так. Сейчас нужно вспомнить и разобраться. Вернее, сначала разобраться... Так, ну-ка. А, блин, дверь открытую не заметил. Вот лох. Так. Ну где вы? Умри, что ли, уже? Чуваки, ну просто посмотрите, какой... Какой жесткий. Ну, наконец-то. Кто еще? Все, теперь подберем вот этот пистолетик. А вот тут, друзья, вот, как бы тут тоже весело пробегать. Надо будет долго, буду, наверное, мучиться. Подождите, надо вспомнить всю систему. По-моему, вниз. Ой-ой-ой. Если тоже надо иметь в виду, что здесь, если что, пулемет лежит, чтобы... Если что, пробежаться и херануть кого-нибудь по-жесткому. По словам Дрейка, на другой стороне Атриума должен быть выход. Ты должна пробиться к нему, Фейт. Хорошо. А, во-во-во. Короче. Чертилы. Знаете, что я вам скажу, сука. Пожалуйста, не бейте, вот что я вам скажу. Вот вашу мать. Не успела раскачаться, Фейт. Ладно, а тут уже ни пулемета, ни хера нету. Ну ладно, зато, кстати, сразу нашел опять же, куда бежать. Вот сюда. А раньше тоже я мог, друзья, тут, блин, петлять хер знает сколько, пока разобрался бы, что вот именно сюда надо жбахать. Так. Все, отлично. Давай, разбежался, молодец. Все, хорошо. Так, и теперь уматываем наверх. Давай, Фейт. Все, здесь открытая дверь. А то сейчас опять... Еще одна дверь, ты сможешь убраться. Открытую дверь бы не увидел и разбился бы. Вообще-нибудь автомат. Похоже, наш маленький приятель вернулся. Здрасте. Думаешь, он убийца? Я не знаю, но думаю, найду того, кто в курсе дел. Ну что ж, собственно, друзья, сейчас, думаю, на этом закончу, потому что я так с вами немало
прошли на данном этапе. И, собственно, как будут дальше события развиваться в Mirror's Edge, мы с вами... Пиранделла Крюгер. Отличное имя и фамилия. Пиранделла. И что ж, друзья, как будут развиваться события, мы с вами узнаем в следующей части. До новых встреч. С вами был Эстер. Подписывайтесь на канал IGM. Пока.